появится. Вы тайная женщина в жизни мужчины. Появится с предложением куда-нибудь сходить, весело провести время. Появится по дьяволу, да, то есть соскучился, вы для него вечный соблазн. На данный момент не проявляется, потому что что-то не получается, не складывается, злится по этому поводу. Между вами сейчас расстояние или пауза, очень много проблем, возможно, какие-то рабочие моменты, какие-то хвосты, которые надо подтянуть перед Новым годом. Вы для мужчины значимая женщина, императрица, да, он хотел бы быть с вами. Это одна из главных женщин в жизни мужчины. Стремится к вам, да, пытается все взять в свои руки, возможно, действительно, для того, чтобы с вами встретиться, ему нужно приложить какие-то усилия. Вот он будет эти усилия прилагать. Ревнует вас. Возможно, переживает по поводу ревности. Думает, что чего-то о вас не знает. Очень по этому поводу тоже переживает. Потому что считает, что, в общем-то, вы не просто так встретились, что вы ему по судьбе. Вы яркая, красивая королева жезлов. Его к вам очень тянет, и он не может вас забыть.